прошла гипертония. Это очень распространенная проблема после 40 лет. Прошла мигрень. Кстати, у меня тоже была мигрень 2 года. И благодаря этому продукту клеточного питания у меня прошла мигрень 2-летней давности. А также у нее прошел хронический цистит. Это тоже самая распространенная проблема среди женщин. Укрепились волосы, ногти. И все благодаря клеточному питанию. Давайте посмотрим и послушаем историю Людмилы. Ей 72 года. Меня зовут Людмила, мне 72 года. И я амбассадор Академии Успех Вместе. Хочу поделиться своими результатами по оздоровлению, которые я получила благодаря употреблению продуктов клеточного питания. Эти продукты я употребляю уже 2 года, и те результаты по здоровью, которые я получила, меня бесконечно радуют. А какие же это результаты? Ну, во-первых, я избавилась от гипертонии, я избавилась от хронического цистита, также ушла мигрень, укрепились волосы, это мои волосы, укрепились ногти, а это ли не признак здоровья? А также я постройнела чудесным образом, уже на 7 килограмм. У меня улучшилась работа желудочно-кишечного тракта, у меня всегда прекрасное настроение, у меня много энергии и сил. Я просыпаюсь, у меня не скрипят суставы, у меня ничего не болит, и я прекрасно себя чувствую. Качество жизни улучшилось, ну, наверное, на 300%, потому что в моем возрасте мои подруги, они, те, которые не употребляют продукты клеточного питания, они стареют, дряхлеют. А мой возраст остановился, я здоровею, хотя в паспорте годы прибавляются. А я совершенно не чувствую этих лет, потому что я наполняю свои клетки, а не свой желудочно-кишечный тракт. И поэтому, друзья, рекомендую всем. По вопросам заказа пишите мне в личку. Клеточное питание бывает 2 видов. Вот такое и вот такое. В капсулах с горьковатым вкусом и в стиках с клубничным вкусом. Вот, пишите мне, я помогу вам заказать. Будьте здоровы, друзья!